Привет, мы с вами находимся около станции метро Кузьминки. И прямо при выходе из станции мы видим площадь, которая находится между Жигулевской и Зеленодольской улицами, а также Волгоградским проспектом, который здесь является центральной магистралью в этом районе Кузьминки. Вот. И эта площадь называется площадью Славы. И как раз сюда вот выходит станция метро Кузьминки, открытая здесь в 1166 году. Ну и, собственно говоря, сама площадь вот, образована вот этим Волгоградским проспектом и двумя улицами, Жигулевской и Зеленодольской. Ну и на площади находится такая небольшая зона отдыха. Площадь сама была названа в 2005 году в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Ну, слава, в смысле, слава это именно победа его имеется в виду. Вот. Ну и на площади, центром площади является светомузыкальный фонтанный комплекс, который называется «Музыка славы», открытый здесь, так сказать, вместе с названием самой площади, вместе с самой, в общем-то, ну, концепцией вот этой площади. В 2005 году тоже был фонтанный комплекс открыт с пирамидой памяти и фанфарами победы. Ну и по водной глади как бы плывет венок победы, такой восьмиугольный амфитеатр из розового гранита, но бассейн разделен по диагонали на светлую и темную половину. На темной половине бассейна стоит пирамида памяти, вот, на светлой половине 7 серебристых победных труб по числу основных нот музыкальной гаммы, обращенных к небу и объединенных воинскими флагами. Ну, это вот фанфары победы. Фонтан работает в двух режимах, повседневном и праздничном. Ну, по праздничным, естественно, тут бывают всякие цветы, и цвету и света музыкальный эффект. Ну, также около фонтана находится автостоянка, автостанция Кузьминки на площади, также цветники бывают летом. Ну и также неподалеку находится рядом тут торговый центр «Три кабана» и кафе «Макдональдс». Ну и также на площади во время праздников, там разных мероприятий устраиваются всякие сцены, там концерты бывают, иногда проходят всякие мероприятия, там, собрания людей и так далее. Вот. Ну и никаких объектов по площади не числится, она, в принципе, меньше 15 лет назад была названа. И все, что здесь находится, это относится в основном к Волгоградскому проспекту, ну или, соответственно, к Жигулевской и Зеленодольской улице. Вот. Ну, здесь, конечно, стоит побывать, ну, хотя бы просто вот для того, чтобы посмотреть на этот фонтан, ну и вообще побывать около метро Кузьмин. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.